Yeah, out of me.
Yeah.
up here. Lean on me when the time.
Passing by in the sky.
know you make me wanna show. Не будет меня.
света, где живи. А я никому не дам души потушить. А я и живу, как все когда-нибудь будут жить. Ведь она есть, есть, ведь она здесь, здесь, в сердце моем теплым живет. Теплый душ, вытираем тушь.
сердца. Ты танцы то грустишь, то смеешься, то молчишь, но о главном говоришь, мой Париж. От мостов до крыш только взгляд пол вздоха лишь, ты над вечностью Париж, мой Париж. Я нанесла прямо в сердце нашему послу. Да. К сожалению, тогда еще не существовало этой песни, а я думаю, что первая волна русской интеллигенции прониклась бы сочинительством Надежды. Мы пели романс в посольстве для аристократов. И в мой день рождения. Это был какой-то сюр в Париже. И вообще, поездка такая была очень творческая, бурная. Счастливая. Счастливая, да. Я просила нас срочно писать песню. Вот в этих ощущениях, мне кажется, она удалась. Она прекрасна, эта песня. Вы как считаете? А теперь по волнам памяти. Между прочим, сегодня кое-кому не рекомендовала грустить и уж так совсем ностальгировать. А прослушивая эти произведения, думать о том, что было, улетели они, улетели в пустоту, но главное же, что все у нас впереди. Сомнений нет. Моя судьба в твоих руках, я камень на земле, ты птица в облаках, и между нами города, огни, мосты, и словно пепел я. Твой яркий свет пленит сердца, им страха нет, как не числа им и конца. Thank you.
страшный труд, он не поймет тебя. Глаза его солгут, но что-то нежное внутри мне дарит боль. Изнанки шок, смотри, дарю тебе из боли, не расточай. Видите, мы сегодня без ритм-секции, поэтому каждый из музыкантов волен несколько плавать в своей ритмике. Волен плавать несколько в своей ритмике. Но если вы нам поможете, ну, так сказать, опционально, массово, это будет, мне кажется, здорово. Нет ничего, нет ничего, кроме этого счастья. Просто нет ничего, нет ничего.
знаешь, я мечтаю быть с тобой одним. Встретив утро отчаянное, мы с тобой опять рискуем все забыть и спрятаться за мир. Следующая композиция посвящается всем гаджетозависимым. Шуточный шансон. Напишу, что грущу иногда.
почтовых голубей ждешь моим письмом назад. Я почтовых голубей отпускаю в небеса. Ты почтовых голубей встретишь утром сам. Соло. В ретро электронное такое танцевальное, и я решила сейчас вернуться к пьехе, чтобы быть оригинальной. Без истерики. Это сексуальная композиция, Владимир. Мы должны... Что? Меркантильная сексуальная композиция. А как раз не меркантильная. Ой, это женская бла-бла. Ой, ничего. У Володи трясется под ногами пол, мы гадаем, от меркантильности или от сексуальности. Какие ваши варианты? Меркосексуальность. Волкова, пойте уже. А что это? Знаете что? Современные музыканты только и делают, что поют. Вообще никто не общается с публикой, да? Будем современными. Мы будем разговаривать с вами. Странно так. Я не жду красивых слов, не в словах.
же любовь угадала. Девять снова с десяти, но ко мне так и не нашел пути. Честно вас призывала выучить слова, но на самом деле я призывала не вас, я призывала себя. А это была как бы такая мне шпаргалка, в смысле того, что Аня, если ты уже, ну ты хотя бы сама должна их знать, чтобы тебя подпевали. И... Песня образов, поэтических аллюзий. Сложная композиция, я попытаюсь ее выговорить, не то что спеть. Да нет, на самом деле красивая песня. Руки и плечи мои. Жаль, у Владимира нету микрофона. Что за упущение? Золото тихо горит, не сгорает. Руки, плечи мои, цвета знойного лета, сонными южными ветрами ловко играют. Так обними меня скорей, увези за всем. Скажи.
вечер обещает быть томным. Мальчики, сейчас будет куплет после этого, еще третий. Нет, не надо. Ропот морей и молчание грозные ведьмы. Пение птиц и нежная рифма сонета. Все, что способно любить в этом мире мятежно. Спинь на руках и плечах цвета снойного лета. А теперь поет зал. Шепотом. Ой, даже на репетициях, Миша говорит, у меня написано атмосферно. Атмосферно. Не тональность, ничего. Атмосферно. Но если... И кроме шуток, то это, конечно же, одна из моих любимейших вообще песен на русском языке, созданная, в принципе, в нашей стране. Я очень надеюсь, что на нее когда-нибудь выйдет клип. Я очень надеюсь, что она останется шепотом. Где-то я мелькну. Так пить.
Давеча приснился Борис Барабанов. Серьезно. Но не то, чтобы он мне звонил или писал. Как будто бы он написал про мой новый альбом, который как будто бы я издала. Он написал, что
Ну, сейчас я буду не скромная, я вообще не скромная. Написала, наконец-то у нас появилась русская Шаде. Это было во сне, и я просыпаюсь утром, открываю Facebook, пишет Борис Барабанов. Я думаю, неужели как-то что-то? Нет, он написал по другому вопросу, но сам факт. Я подумала, может быть, сделать альбом в стиле Шаде? Ну, как вам вообще такая идея? Ну, в общем, хочется, да. Как-то. Давай пойдем. А? Афиша, не дави. Мне дают афишу. Дайте отработать человека. Да. Поехали. Еще мы хотим снять маленький детектив на следующую композицию. Такой в стиле... Ну, микс «Мистер, миссис Смит» и «Син Сити». Мне кажется, вы сейчас отдельно существуете. Что происходит? Белые ночи, ласковые очень, твой взгляд не порочен, но губы горчат. И, между прочим, выстрел не точен, свет мой наточен, и дай свеча. Сверим старые часы, свернемся встречные полосы. Пусть ночные танцы уравняют наши шансы. Жемчуг и молоко так просто и легко. Ни страха, ни сна. Твой кольт позолочен, но выстрел не точен, ведь жемчуга нить в молоке не видна. К черту старые часы, нам дела не до полосы. Так ночные танцы уравняли наши шансы. Неизбежно.
приблизились к завершению нашей программы. А вот сейчас можно плакать. Мы с вами будем прощаться или говорить до свидания, до новых встреч. Спасибо еще раз вам огромное, что вы пришли. Вообще, спасибо, что все эти два года вы упорно меня просили вернуться к этой программе. Спасибо. Сколько веков, сколько имен ты разменял. Меня порочник.
Это лучший голос за всю мою карьеру, за из всех тех звезд, которые меня поют, хрен мой, это туча. И больше всего я люблю Анну Волкову, не потому что я люблю Анну Волкову, хотя и поэтому, возможно, тоже, но не суть. Я люблю ее за то, что она за время, которое мы работали вместе и когда мы что-то делали... А, я вам сейчас скажу страшную вещь, вы представляете? Бэтмен возвращается. Мы еще кое-что вам покажем скоро, в следующем году. Решили, да, пережили мы все, собственно, ее проекты, мои проекты, и решили, что все-таки есть какая-то истина в том, что мы делали вдвоем. Зачем же лишать людей удовольствия? Скажите, мы же не творим. Мы хорошие. Я хочу сказать огромное спасибо Ане за то, что она, несмотря ни на что, умудряется слышать драматургию песни. Это очень важно. Для меня, как для композитора и поэта, это очень важно, когда человек понимает, о чем он поет. Волкова не просто понимает, ребята, она же это чувствует кишками. Анна Волкова! Спасибо вам за сегодняшний вечер. А Маргарита Саякина для вас свой, и я ваш нечаянный конферансье. Я просто забыла сказать вообще фабулу, что я хотела это сказать. Вы понимаете, кто перед вами тут стоит? Да. Рица я. Поэтому нет, а вот она. И, пожалуйста, давайте мы сделаем бис. И я так хочу. Точно хотите Feel Black? Trying to
to be more warm feeling coffee and I feel black in this white coffee. Несколько там, штук 10, что ли, шепотом. Если кому нужно, давайте мы с вами встретимся на входе. А, у тебя нет мониторов? А, баса нет у мониторов. Его очень мало. Надо сделать его чуть-чуть побольше. Чуть-чуть побольше монитора ему же, его же собственного баса. Раз. Играй. Не слышно. Ну, тогда первая песня без баса. Или... Вот. Он очень тихий. Да, он обрезан. Он обрезан понизу. Сейчас 30 секунд. Извините, пожалуйста. Сейчас. Раз, два. Будь еще погромче. Громче. О, все. Можно его погромче? Если нет, мы начинаем без него. Песня What About Me. Видимо, задаю я, да? Спасибо. Let me tell you, boy, things are passing by me. To say that nothing ever changed, I think I'm still in love with you. You're the most important thing that ever happened in my life.
На самом деле, раньше я говорила, что это песня про атеизм. Да. Я говорила страшные вещи, кто-то стремался очень сильно, но я как бы выходила из ситуации. Потом Андрей неделю назад ночью такой просыпается и начинает мне рассказывать. Я все поняла. Иисус, на самом деле он есть, ему есть место быть, но он пришелец. Я вообще все пересмотрела очень сильно. Мне понравилась история Бога, я поняла, что она на самом деле более обширная. И мы все дети звезд. И окей, эта песня не об атеизме, потому что, видимо, я что-то там верю про каких-то пришельцев в виде Иисуса, который такой хиппи, который нас любит постоянно. Нет, ну ты видела, как он выглядит? Извините. И он есть. И он нас слышит. И я чувствую контакт. Поэтому теперь эта песня «Аллилуйя». Возьмите свет. Возьми свет.
И теперь эта песня совсем не об атеизме, что я говорила раньше, боже мой. Об уфологии. Об уфологии. Класс. Песня на самом деле о том, что Бог внутри, значит, и мы его можем рассмотреть в каждом из нас и в человеке, который около нас. Когда ты общаешься с человеком, ты общаешься с Богом, и ты есть его проявление, самое высшее и классное проявление. Но одно, иногда это проявление творит такое говно. Это нельзя. Это для баланса вселенского. Сюда. Главное, любить друг друга очень сильно. И чаще. И чаще. Каждый день. Блин, вот об этом песня. Спасибо. Я больше не буду говорить. Спасибо, можете не аплодировать, я знаю, что вам понравилось. Спасибо. Ладно, спасибо. Спасибо. А, грустно. Маруся для тебя. Глеб, не бросай ее. Не бросай Глебе, Маруся. Is there some hand above ruling hands sharing love? Is there anything good within things that we should do? Almost always we were in the wrong and sweet love. Letting our hollow souls make us better at just play. Is there somebody? Ой, господи.
Спасибо. Да, я попробую. Спасибо. Марусин хочет, чтобы я спела новогоднюю песню, которую я никогда не играла. Сейчас, ребята, сейчас, подождите. Давайте так, давайте. Я, например, я так не могу играть. Но мне тяжело, на самом деле. Тут кто-то тусует что-то со звуком. Все же классно. Просто играй на барабанах. Тока, а когда ты играешь на барабанах, смотри иногда на меня. Андрей, на меня смотри. Будь со мной. Не, не надо, не надо заморачиваться, не надо. Слушай, музыка, она без комиков. Она внутри нас. Не-не-не, ничего страшного, все хорошо. Мне нравится, например. Я могу вообще акапелла петь. Все в порядке. У меня здесь хор. Дайте 3 секунды. Маруся, я специально для тебя, я ее никогда не играла. Если серьезно. Только один раз, когда ее написала прошлый год. Я не уверена, что это надо писать. Но ты смелый человек. Она мне показала 3-й палец. Я попробую. Ребята, это я специально для Маруси. Богом, спасибо. Да. Спасибо. Ну видишь, не. Happy New Year.
микс из то, что было раньше с этой песней, то, что есть сейчас. Эту песню можно услышать в афише. А, кстати, вот, я же 5 секунд поговорить, да? Можно сказать кое-что? Спасибо. Этот год? Как вам этот год? Ужасно. По-другому, да? У меня тоже по-другому. Он такой. Он очень интересный. То, что он настолько интересный, что аж слов нет. Было столько всего. Я побыла на голосе, я забыла слова, я сказала, что они гребаные караоке. Я творила столько всего. На самом деле, как никогда я раньше не творила вообще в принципе в жизни. Вот, изменила совсем все. И такое, значит, мы подходим к концу года, и у нас сомнения. Все ли было хорошо или нет. И тут появляется Маруся Саяпина. То есть, ну, как бы, я не то, что она появляется внезапно, я всегда зырю, что она делает, как она там, и все такое, потому что она потрясающий менеджер, невероятный человек. Но тут она делает что-то потрясающее, ребята. Наверняка вы, ну, когда-то... Да ладно. Тайм-менеджмент — это такая штука, которая нужна всем. У кого-то есть дети, они должны прям понимать, что такое. Вот тайм-менеджмент ты понимаешь. Но ты его так организовала. 20 разгильдяев организовать для того, чтобы они написали песню. 25! Это все творческие личности, ребят. Вы знаете, что это такое? Это очень разная штука, очень страшная порой. Даже мне, будучи я творческой личностью. И если не Маруся Саяпина, это же муза, да, по-русски? Муза. Муза по-испански, муза по-русски, я не очень... Муз, шоколадный муз. И извини, пожалуйста, на высоту еще прямо такая, я уже все. Я просто хотела предложить Саяпину, что почетным она муза, а не что-то муза. Я хочу сказать, что она делает историю, эта женщина, она делает историю, о которой мы будем вспоминать, я думаю, поколениями. То, что... Да, я буду петь. Да, спасибо большое. Мне практически ничего петь. Что мы будем петь, ребята? Спасибо. Спасибо большое. Огромное спасибо. Что ты хотела рассказать, я не знаю. Я хотела рассказать, что если бы не она, не было бы этой песни, наверное, в том виде, да, в которой она есть, не было бы клипа, который мы сейчас снимаем с Павлом Алимовым, не было бы Music Mama, наконец-то систематизированное место, куда разгильдяи могут заходить и систематизировать свою жизнь и стать лучшими. И не было бы группы на Ади в том варианте, в формате, который она есть. Ой, я это хотела сказать, ты меня спросила, что ты хочешь сказать? Любимая. Спасибо, вот что. Что вы хотите играть? О, я знаю, что хочу спеть. Я хочу спеть песню. Я знаю, какую. С гитаристом. Я хочу спеть No Woman No Cry. No Woman No Cry lyrics. One minute. Ой, интернет здесь очень хорошо работает. Это очень хорошо. Если все знаете эту песню, мы будем подпевать, сейчас будет очень весело. А тут что-то грустно, да, весело? Down, hope I'm observing, flying black crescent.
джеме, мы же кайфуем. Электроакустическая программа попозже. Она будет такой интересной. Ой, господи. Хорошо. Так, сейчас. Песня. Вы знаете песню Mad World? Да! Супер, супер, да. Вот, отлично. Хорошо, слушай. Извините, пожалуйста. Где ты была все эти концерты? Извини, пожалуйста, эту песню, пожалуйста, извини. Я в шоке. Нет, мы знаешь, сколько ее пели? С квартетом даже мы ее пели. Я все молчу. И вообще. Класс, она знает. Так приятно. Thank you.
написать? Лучше кисточки, да. Спасибо большое. Я знаю, сейчас. Я знаю. Нет, не Facebook, ты что? Нет, это не Facebook, так, это лирикс. Песни, которые мне приходят в голову. Это Инстаграм. Ты не понимаешь. Я же не жива. Ну, да, Том. А? Сочинила, что играть, да. У меня, видишь, я inspiration. А у нас мало времени, да, только до 11? Больше, да? О, а я думала до 11. А казенного малого нет, случайно? Казенный, малый, уходи. Вообще, да, водичку было бы круто. Кто-нибудь может? Или кола Алимова. Извини, пожалуйста. Алимов очень добрый, он все дает. Слушай, я не знала, что он такой классный. Я думала, что не получится. Нормальный чувак оказался очень стойким. Стойким. Это, да. Я расскажу про клип. А мне, кстати, я не знаю, как рассказать про клип, потому что это очень сложно. Это очень дорого. У нас будет клип, который делает вот тот парень. Он очень незаметный, такой типа тихий, такой. Пока, Рай, спасибо большое. Да, с дочкой, класс. У него очень красивая семья. Спасибо большое. Райк, мы тебя очень сильно любим. Спасибо большое. Маруся Саяпина не только организовала то, чтобы 25 артистов написали песню новогоднюю, но и чтобы некоторые из них записали, сняли клип. Да. Я вижу, как им интересно. Просто я не знаю. Клип у нас будет. Аплодируем Марусе Саяпине за то, что у всех будет клип, у всех есть песня. И всем хорошо, потому что это из-за нее всем хорошо на самом деле. Это правда. Итак, сейчас я. Пришла. Вам понравится, может быть. Короче, это сейчас. Shout, let it aloud. Things are the things I can do. Thank you.
Today is gonna be the day where they're gonna give the fact to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe in anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the world is on the street, that the fire is your eyes out. I'm sure you had it all before, but you never really had a doubt. I don't believe in anybody feels the way I do about you now. To you.
Спасибо. Уходишь? Извините, спасибо большое. Алимов уходит. Мы завтра с ним снимаем клип очень-очень рано утром. Это происходит в Химках. Андрей играет... Я с сыном, я с Андреем. Но нам надо завтра проснуться. Вот в чем дело. Поэтому это будет последняя песня, несмотря на то, что я хочу сыграть 10 тысяч. Ладно? Вот что? Да, спасибо. Это было прекрасно. Вот это слова. Спасибо. Спасибо большое. Teardrop, love, full tears and heart. Okay. Все понятно. Я, короче, по Марусе буду. Love will tear us apart. Очень красивая песня. Она гениальная, на самом деле. Три аккорда делают все. Сейчас загружается текст. Ля-ля-ля, Маруся, сейчас все будет. Так хорошо. Ой-ой-ой, сейчас я что-то не сделала. Сейчас. Так, Андрей, смотри, три аккорда только. Доре, ми, фа, со, ля, соль. Ой, все. Не, ну мало ли. Нужен какой-нибудь пэт с такого. Нет, ему все хорошо. Последняя песня, спасибо большое, что были с нами. Это Яна Блиндер. Приходите на все наши концерты. Все. Спасибо. Спасибо. У нас есть 12 числа мы играем рейв. Я не помню, где. Так вот. Но надо. Ну понимаешь, чтобы знать, надо быть моим другом в Фейсбуке, ВКонтакте. Лайкать все. Тогда я раскрою секрет, где мы играем. Прям как Манайло. Да. Нет, это где-то под Джипси. Я не знаю где. За. Стой, пожалуйста, просто прекрати. Маруся всегда знала, что я немножечко странненькая, несколько лет меня избегала. Но ей слишком понравился мой голос, и она не смогла больше. Love it, Джипси. Да, хорошо. Love will tear us apart.
just can't function no more. Just cannot fucking function no more. Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое. Это было Это было Яна Блиндер. Дмитрий Рессер. Рессер. Подождите, сейчас еще раз. Он мне столько раз. Это была Яна Блиндер. Я это сделала. Как блендер. Это Дима Рессер. Это Андрей Рыжков. Спасибо ему большое за все. Рыжков. И Максим Прокофьев, наш маленький барабанщик. Спасибо огромное. Спасибо большое.